Ребята, всем привет! Вы смотрите очередной выпуск Дев-шоу и с вашими любимыми и неизменными ведущими Чернобаевым Николаем. Всем привет, ребята, и Ковальчуком Дмитрием. Привет! Сегодня у нас необычный выпуск, лето началось, мы наконец-то снимем его на улице, как мы давно это мечтали. Питер этим балует редко, поэтому помимо основного выпуска, в этом видео будут вставки из влога. В общем, что мы делаем, как мы живем, что мы снимаем. Мы сегодня сняли уже 3, по-моему, ролика. Mm-hmm. И сейчас снимаем, мы будем снимать еще один. И сегодня вы наконец-то посмотрите про Леху, как вы их просили, чтобы мы рассказали вам что-нибудь про Леху, это нашего оператора. Вот такая обычная, видите, лайфстайл. Мы сидим на скамеечке в парке с ноутбуком. Вот так-то и работают современные айтишники, ребята. Поэтому, если вы хотите больше видеть такого реального лайфстайла, жизни вне каких-то помещений, пока лето, мы постараемся вам этого дать. Поэтому ставьте лайки сразу же сейчас в начале видео. И еще я прошу, ребят, все те, кто поставил лайк, пожалуйста, напишите какой-то комментарий внизу, потому что в основном комментарии пишут люди, кто ставит дизлайки, и это как-то странно. Лайков всегда больше, а комментарии пишут какие-то негативщики. Поэтому, ребят, ты поставил лайк, тебе понравилось, напиши что-нибудь. И мы тебе обязательно ответим. Мы любим вас, дорогие друзья. В общем, давайте, не оставайтесь равнодушными. Да. А если вам не нравится данный формат, то просто выключайте и... Как сказать, идите свободно другие просторы интернета. Здесь не будет котинга, но будет... Привет, фанаты! Нас узнала какая-то девчонка. Это Анина одноклассница. О, да? Прикольно. Одноклассница моей дочки прошла. Так мило, так трогательно. Круто, что. Привет! Вау! Лёх, сними! О! Класс! Да. Ладно, ну у нас, в общем-то, основной контент только впереди, поэтому давайте смотреть. Да. Сегодня, как и прежде, будет подборка прекрасных полезных сервисов и сайтов, которые вы сможете внедрить в свою работу. Mm-hmm. Мы также расскажем, почему мы ими пользуемся или не пользуемся, что мы о нем думаем, что мы думаем об этих технологиях вообще. И первый сайт, про него расскажу я, это Bootstrap Studio.io. В общем-то, Bootstrap — это до сих пор самый популярный фреймворк для верстальщиков. Не умеешь верстать, вообще не умеешь кодить, скачал Bootstrap, поставил, и все, и ты уже бог программирования. Кстати, много достаточно сейчас стеба и критики в сторону Bootstrap, что, дескать, его уже и не надо использовать, типа это устаревшая техника, и вообще только, новички его используют. Mm-hmm. В чем-то правда. И вот хороший вопрос задавали, а на что поменять? То есть, если не Bootstrap, то что? Foundation. Ну, например, это, конечно же, Foundation. А вообще, по-хорошему, у вас у самих должен быть свой личный Bootstrap, свои компоненты, которые вы используете и переиспользуете из проекта в проект. Может быть, вы работаете уже в паре с каким-то дизайнером, тогда эти компоненты могут быть как-то задизайнены. Если нет, они могут быть совершенно минималистичны. То есть, что это такое? Это стайл-гайды, которые в нормальной, хорошей компании, с какой-то, если вы большой проект делаете, сверстанные стайл-гайды — это и есть ваш собственный Bootstrap, который вы можете использовать. Пишите свой Bootstrap. Ну ладно, если вам некогда писать свой Bootstrap, если вам нравится тот Bootstrap, который и есть Bootstrap, то Bootstrap Studio, возможно, будет для вас. В чем фишка? Ну, допустим, вы так себе кодите, а хочется уже делать функциональные, красивые сайты, есть инструменты. То есть в виде такого визуального редактора, смотри, как он выглядит. Напоминает прям, да, редактор кода, либо какой-то редактор видео. Ну, солидно выглядит. Угу. Да, вот здесь такие всякие подсказулечки. В общем, вы просто набрасываете элементы, как вот в фотошопе, я не знаю, ну просто напоминает сразу. Визувик. Ну это визувик, да. Чистый. Набрасываете и на выходе получаете код. Сразу хочется сказать, что программулина платная, и вы бесплатно сможете потыкать только самый базовый функционал. Но реально ценник не очень большой. Кстати, Дим, что думаешь, вообще настанет время, когда вот визувик захватит мир и будем только так верстать? Отчасти это уже совершилось, потому что, если честно, то действительно за 25 баксов купил. 25 баксов, ну что это такое, это что, очень много? Ну кто-то скажет, что, наверное, очень много, но в целом... Это постоянно без подписки, да? Просто купил и все. Вроде не да. Знаю. Вроде да. Lifetime, стандарт. Угу. В общем, купил, пользуешься, если ты этим зарабатываешь деньги, если ты научился быстро делать, может, какие-то сайты и визитки на Bootstrap. Я, правда, себе это плохо представляю, но, тем не менее, имеет место быть. Может быть, ты этим зарабатываешь, но какого черта тебя должен кто-то за это осуждать? Инструмент есть. Этот инструмент, как и многие прочие, прислали нам вы, подписчики.
и мы просто рассказываем свое мнение об этих инструментах. Поэтому в любом случае в закладке, а там уже разберемся, будем использовать его или нет, добавляйте, штука полезная наверняка. Ребят, всем привет! Мы сегодня снимаем кучу видеороликов. Наконец-то в Петербурге пришло лето, и мы вывалили на улицу поснимать для вас всякие приглашения там туда-сюда. И влог заодно снимем. Да, и дев-шоу 2 даже снимем, если не умрем от этого пекла. У вас есть уникальный шанс насладиться красотами Петербурга. В общем-то, ребят, наслаждайтесь красотами Петербурга. Эрмитаж. Вам, конечно, не насладиться им так, как мы наслаждаемся. Следующий сервис, про который мы расскажем, это сайт Plural Site. И это библиотека курсов, видеоуроков, в основном как раз-таки по программированию. И я, если честно, давно о нем слышал, он у меня давно был в закладках, но сейчас они обновили свой подход и весь сайт обновили. Выглядит очень солидно, прям, ну, реально классно выглядит, приятно смотреть. Но самое интересное, вот у них сразу кнопочка «Старт и фри 10-дневный триал» стартануть. И есть видео, которое можно бесплатно посмотреть, но чтобы все время надо все равно ввести, зарегистрироваться и ввести свою, номер своей карты. То есть потом с тебя все-таки денежки будут выманивать. Это на самом деле интересный, конечно, подход. Кстати, непонятно, карты или просто зарегиться, не очень понятно. Ну вот, типа, 10-дневный, короче, тебе 200 минут дают, либо 10 дней, 5000 курсов бесплатно, типа, все окей, регишься, а потом вот Payment Details, вот эта вкладочка, ну, сейчас мы не будем вводить, уже регистрироваться, вот Payment Details, там обязательно просят тебя карту ввести, номер. В общем, да, автоматом есть потом... такой достаточно странный, мне кажется, подход, когда, типа, ты хочешь бесплатно что-то посмотреть, тебе это бесплатно предлагают, но говорят, типа, ну, введи заодно номер своей карты, мало ли, вдруг ты когда-нибудь потом захочешь там что-нибудь купить, случайно не туда нажмешь, и деньги списались. То есть, может быть, на самом деле, это уже и правильный подход. С точки зрения маркетинга и продаж. Точно, вот. Но пока, да, вот у нас бы, я думаю, пользователи испугались, если бы так сделали. Да. Вот что вы думаете об этом, напишите, и давайте пообщаемся в комментах на эту тему. Ребят, всем привет! В одном из прошлых выпусков мы вам обещали показать Леху. Вы все хотели посмотреть на то, как он выглядит. Хотели? Получайте. Алексей. Прекрасный холостой парень. Лёх, ты холостой? Пока да. Прекрасный пока да холостой парень. Смотрите на его очки, на его стан, великолепные шорты. Стан. Ноги. Стан. Вот. Лёх, расскажи, каково вообще работать оператором в сфере IT? Между прочим, ты ведь не снимаешь ничего, кроме нас, правильно? Только ну, IT? Как сказать? Как или ты подхалтуриваешь? Снимаю, подхалтуриваю, ну, пойдем, расскажешь о своей жизни по пути. Лёха! В общем, Лёха жарит. Когда Леха нарывается, мне кажется, он сейчас по щам может получиться. Я знаю. Леха, ты на драку нарывался сейчас, по-моему. Следующий сайт – medium.com. В общем-то, идея очень проста. Вы хотите вести свой блог, допустим, но писать просто какие-то статьи, неважно о чем. На Хабр инвайта нет. Свой запилить отдельно сайт на WordPress не хочется, да и кто найдет ваш сайт на просторах интернета, кроме вас самих. Почему бы не писать куда-то? Это, знаете, мне показалось, что это что-то типа нашего ЖЖ, Live Journal. Похоже, ну вот, да. Только мирового уровня. И сайт действительно знаменит. Здесь можно найти статьи вообще на любые темы. То есть здесь это, конечно же, не только веб-разработка, но я здесь, конечно же, подписался на вот всяких девелоперов, там, например, из Гугла. То есть, например, можно сразу перейти в раздел там, Google Developers и что-нибудь найти, почитать, что-то интересное. Здесь действительно пишут, действительно можно что-то ухватывать самое свеженькое, но, разумеется, на английском языке. Если для вас это проблема, то решайте эту проблему, чуваки, надо как бы английский язык минимум, прокачивать. Этот, есть Magic Goody, такая программка с гусем, которая поможет вам переводить. Если пользовался Magic Goody, ставь лайк. В этот момент Леха должен ставить вставку гуся. Который говорит что-нибудь, здравствуйте. В общем-то, на Medium еще часто ссылается Вадим Макеев. Я когда-то его подкасты периодически слушаю. Вадим, привет. Вот, и он что-то говорит там, на Medium то, на Medium сё. Я вот как раз с его подачи, надо ему сказать спасибо, туда залез. Честно говоря, не сказать, что супер вдохновился, но, видимо,
штука, ну, годная, поэтому в закладки заходим, а там уж разберемся, подходит оно. Если честно, действительно есть огромный раздел, который выглядит не хуже Хабра по разработке, удобные статьи, видно сразу темы, поэтому точно здесь можно найти для себя полезную инфу, поэтому подписывайтесь и изучайте этот сайт. Годнота. Вообще Питер очень культурная столица, на самом деле. Все очень доброжелательные, дружелюбные. Да? Солнце, погода классная. В Купчино это расскажешь. И в Купчино это расскажу. Мне не страшно. Тот, кто и не боится, это расскажешь. Тот, кто не боится, у того все получается. У того ягодицы. Вот такие крепкие. Люк, ладно, вернемся к твоей жизни. Что надо делать, чтобы стать твоей женщиной? Итак. Сейчас тебя миллионы смотрят, просто миллионы. Понятно. Все хотят знать, кто снимает тэп-шоу и всю эту херню. Искренность. И красота души. Нет, я не говорю не в нас с Колей, а в девушке. Я понял. Мне главное искренность и красота души. Что ты подразумеваешь под красотой души? Под красотой души, чтобы человек какого был человек был разносторонним. Нет, Колян, это не сиськи, я не про это. Вон, тебе подойдет просто стрёмная девчонка внешняя, но зато она программист и много зарабатывает. Подойдет такая? Каждый человек индивидуален. Нельзя вот так сказать, стрёмная девчонка. Что именно под словом стрёмная? Лёха, ты истинный мудрец. Спасибо. Заливаешь сладко, тебе не верит никто. Следующий сайт, который мы осмотрим, называется pin.gi/CLI. По-нормальному этот сервис называется ping.gi/CLI. И это консольная утилита, которая упрощает жизнь фронтенщика вообще по всем параметрам, то есть запихнули в одну консольную утилиту все, и компиляцию, и автоматизацию, и локальный сервер. Что там, Дима, еще не помнишь? Что они еще запихнули? В общем-то, они постарались вот сделать все, что нужно фронтенд-разработчику из одной утилиты, то есть не устанавливая там галп и прочие запаристые вещи, все в одно место и все сделать просто. Поэтому, логично. Да. Пробуем, ставим и говорим спасибо подписчику, который тоже нам это прислал. Большое спасибо тебе, дружище. Лайк. Следующий сайт — это GitHub. На самом деле, не GitHub'ом мы хотим вам рассказать, а точнее, не GitHub'ом удивить. Репозиториев, где собрана, казалось бы, статья. Ну, в общем, предыстория такова. Огромная боль для каждого разработчика, особенно когда они начинают сталкиваться друг с другом, там старший разработчик с младшим, это как, черт побери, правильно называть классы. Многие используют для этого, например, кириллицу. Ну, то есть, допустим, ну, короче, да, как это правильно называть? Это не очень правильно. Короче, пишут английскими буквами. Транслит, да, извините. Кто-то использует английские слова, но не впопад, потому что хреново знает английский язык. Кто-то самый прошаренный, например, как я тоже делал, я открывал Google Translate, допустим, что-то вводил, получалось более-менее какое-то понятное слово или фраза на английском языке, которую, может, я не знаю, и так называл класс. В общем-то, интуитивно всем, мне кажется, казалось, потому что мне тоже такое было, должно быть какое-то, может быть, правило, какая-то подсказочка, какие-то советы, как все-таки чаще всего и более правильно называть классы, чтобы вот разработчики друг с другом не ссорились, старшие не смеялись над младшими, чтобы, ну, была какая-то общая линия партии. В общем-то, эта статейка на GitHub, она как раз призвана для того, чтобы подсказать начинающим разработчикам, а может быть, подкинуть новых свежих идей уже продолжающим разработчикам, как все-таки именовать классы. Понятно, что здесь это мнение. Может быть, это не по БЭМу, может быть, это всего лишь мнение, как сказал Коля, но, тем не менее, посмотреть, может, какие-то выводы сделать самому. Да, вообще, просто еще раз один совет, ребята, если вы работаете в команде, а не один, даже если один работаете, выработайте для себя гайды, как вы, код-стайлы, как именно вы будете называть верстки свои элементы. То есть также у вас должны быть код-стайлы для всего, не только для HTML, и для CSS, и для JavaScript, и для PHP, если вы пишете на нем, или там на Ruby, на чем-то еще. То есть наличие какого-то правила, пусть даже не самого лучшего, пусть там с 10 тысячами изъянов, это лучше, чем отсутствие вообще каких-либо правил, и это лучше, чем когда вы каждый новый проект садитесь писать, заново придумывая какую-то систему именования ваших классов. Поэтому в закладки добавляем и пользуемся. За что ты любишь Петербург? За теплоту душевную людей. Вопрос более сложный. И холод. За что тебя любит Петербург?
Вот, кстати, не знаю пока. Ну, предположи. Я не ответил себе на этот вопрос. Надеюсь за то, что я делаю что-то полезное. Пойдем. Блин, Лех, нам же в другую сторону. О-о-о! Здорово, братан! Блин, классный! Ой, простите. Плюшевый. Красавелла! Спасибо. По-моему, тут мужик нарывается на драку. Вообще, вот так надо продавать наши курсы, ребята, серьезно. А вы пойдете кататься? Очень круто работаете. Я, да. Вообще респект. В чем секрет мотивации? Ну что, смотрите. Вас двое, их двое. Да, и честно. Давайте не чуть-чуть. Расскажите, что вы знаменитые айтишники. Да, эти парни знамениты. Они холостые, кстати. Оба. А мы нет. Серьезно? Да. Как вы относитесь, в принципе, к программистам? Будем общаться, да. Дружить. Ну, были у нас знакомые программисты. Богатые. Я имею в виду к богатым программистам. А, богатые, да. Нормально, да. Нормально. Типа Билл Гейтс, Джобс. Нормально. Таким нормально. Да, отлично. Кстати, знаете, что 7-й iPhone он под водой может снимать? Давай попробуем. Нет, не будем. Следующий сайт называется www.freeschools.com. И это один из легендарных сайтов, который выпадает, когда ты вообще просто начинаешь что-то изучать и вводишь HTML, CSS, Google. И они немножко обновили дизайн, как вы видите. Но нам с Димой кажется, что он остался таким же не особо сексуальным, мягко говоря. И выглядит он как будто из 90-х. Как, в принципе, он и был раньше. Ты бы стал здесь HTML? Черпать знания? Что-то не особо хочется. Давай честно. Заглянем в раздел JavaScript. Давай. Видите, здесь есть туториалы какие-то, есть просто библиотека знаний, и JavaScript, по-моему, раньше не было. Может, я ошибаюсь, но, по-моему, JavaScript... В целом, напоминает, да, JavaScript.ru и так далее, инфо. В общем, библиотека знаний, где просто описаны все термины, все методы, все описано, что значит, что делает. Можно зайти, прочитать более подробно, посмотреть какой-то пример. В целом круто, просто не очень вдохновляет. Мне кажется, что если вы только начинаете учить HTML, на самом деле все мы только начинаем учить HTML, потому что наверняка пользуемся маленькой долей того, что вообще может язык. Тем более он развивается. Он постоянно развивается, да, и надо постоянно еще свои знания освежать, что-то мы могли вообще не знать, что-то забыли. Если вы можете над собой сделать определенные усилия, почему бы не начать это учить сразу на английском языке? Потому что без английского вам просто никуда. Нет. Вообще никуда. Так что пробуйте добавлять, отпишитесь, как вам этот сайт, помогал ли он вам и, может быть, поможет теперь. И будем читать ваши комментарии, отвечать. Ладно, давайте продолжим. В общем, видео должно быть полезным, поэтому я начну раскрывать секреты Лехи. Секрет номер один. Очень долгий выбор места продлевает съемки, а значит, больше прогулок прекрасных с нами. На чистом воздухе. И это, кстати, будет одна из тем следующего дев-шоу, которое мы снимем тоже. Лёха, секрет номер два. Два. Сексуальные очки. Класс. В очках Оля, кстати, не видно, что Лёха рамсил ночью. Я не рамсил. Секрет номер три. Восхитительная борода. Даже представить себе не можете, как девчонки тащатся от этого. Да, если бы у меня такая же росла, да. Мне кажется, Лёх, пол Питера моими были бы. Да. Лёх, ну ты будешь сам секреты рассказывать? Ты же сам сказал, я сейчас расскажу Лёхины секреты. Четвертый секрет скажи. Четвертый секрет успеха. Чего? Секрет успеха оператора звезд, который снимает секрет звезд. Успех оператора звезд. Нужно быть разносторонним и иметь видение наперед. То есть как и где что будет происходить, потому что мне потом все это делать, нужно все сделать красиво. Ага, это понял. Раскадровка называется. Да. Тут и читаешь, чтобы поддерживать разговор с теми. Я смотрю более успешных людей, а в основном это режиссеров, которые снимают фильмы. Круто. Ребят, следующий сайт это markshit.io, но он переводится не так, как вы подумали, как вам послышалось. Тут имеется в виду. Тут речь, в общем, конкретно туториалах HTML и CSS. Бесплатных. Если,
предыдущий сайт, который мы смотрели, V3Schools, он легендарный, и я о нем знаю, наверное, столько, сколько вообще разбираюсь в HTML и CSS, то есть с самого начала, очень старый сайт. Об этом сайте я услышал совсем недавно. И знаешь что, Коля, он мне реально понравился гораздо больше. Вот посмотри сам даже на дизайн. Да, то есть прикольно, тут приятно уже гораздо смотреть. Приятнее. То есть не сказать, что он какой-то суперсовременный, но он более приятный. Как бы, Он, знаешь, каком? Он в стиле Apple, в общем, всех этих закладочек. Может быть, да. Причем старого Apple, когда, помнишь, были объемные иконочки, такой с тенюшкой. И здесь можно зайти и сразу вот прям пошагово, понятно, наглядно изучить тему. То есть, начиная от того, что такое интернет, что такое IP-адрес, там, DNS, FTP там, и все прочее, и так далее, HTTP и так далее, до конкретных уже шагов HTML, CSS Тут... Только текст, да, YouTube нет уроков. Пишут, что видео. Скоро будут видеоуроки, так что пожелаем проекту удачи, ждем от них видеоуроков. И если вы хотите учиться, то go сюда и напишите свои впечатления, что вы об этом думаете, помогло вам, не помогло, или вы что-то другое используете для того, чтобы изучать основы. Да. Коль, вот как думаешь, куча людей смотрит бесплатный видеоконтент, и они знают, что существуют платные видеоуроки. Но денег тратить на это не хотят. Как думаешь, им было бы интересно посмотреть, а что вообще дается за деньги? Слушай, конечно, интересно. Как еще-то? Как это может быть? Давай заглянем. Еще. Смотри. Это теперь можно сделать, потому что мы в Love School перестали бороться с выкладыванием нашего контента на торренты, и мы просто стали выкладывать наши курсы. Ну, например, здесь прошлогодний курс по веб-разработке. Это очень много, да? Давай смотреть. Причем открытые курсы. Даже, ребята, обратите внимание на нашу новую обновленную админочку. Да. 2.0, потому что она секси теперь. loveschool.com, регистрируешься, заходишь, раздел «Открытые курсы», здесь, например, веб-разработка. Это 10 января курс 2016 года. Здесь, блин, 29 вебинаров. Это львиная доля того, что проходит у нас на курсах. То есть каждый вебинар можно посмотреть и вдохновиться, и платить ничего не надо. Вообще супер, самый смак, сочный. Понятное дело, что это уже не самая актуальная инфа, но даже с ней ты сможешь начать разработку уровня уже более крутого, чем на котором ты сейчас. Поэтому must have, заходи, пробуй, смотри. Смотри и вдохновляйся. Да. А если же ты захочешь получить что-то самое-самое свежее, то специально для тебя купон. Я сейчас покажу, как им воспользоваться. На сайте вы можете выбрать любой курс, нажать кнопочку «Оставить заявку». Внизу вам нужно будет ввести ваше имя, вашу почту и Skype. Подаете заявку. Она пока обрабатывается, пока происходит авторегистрация, вы копируете купон с описания к данному ролику и далее просто нажимаете «У меня есть купон», вводите код купона, нажимаете «Проверить» и тадам, с вашей цены скидывается 5%. Отлично. Все, что вам нужно сделать дальше, это оплатить остаток и все, вы на курсе. Итак, последний сайт на сегодня – это javascript.info, и это сайт на английском языке, но от русских создателей, от Ильи Кантера, которого мы уже осматривали, javascript.ru, и они наконец выпустили новую версию, пока что написано, что бету, но говорят, что она уже более даже подробная, чем на javascript.ru, и это мощный сборник и база знаний по JavaScript. Одна, наверное, из самых больших в интернете, в целом теперь уже теперь не в Рунете, а просто в интернете. И, как видите, тут все идет по частям, такая большая книга, учебник по JavaScript. Очень классно, хочется пожелать удачи Илье и его команде, то, что огромная работа проделана. Переведено все с русского на английский. Было бы здорово, если бы вот русский продукт смог бы стать эталоном и для всего мира. То есть, чтобы вот сайт javascript.info пользовались им вообще во всем мире. И, возможно, на каждой странице поместить русский флаг и фотографию президента. Да, и вот прикольно, уже там вижу комментарии от иностранцев. Там Камрул Ахскан пишет, но много и русских также поддерживает. Вот, так что, ребята, вы тоже зайдите, поддержите, напишите в комментах. И, ребят, если вы
хотели бы попробовать как-то поддержать лоу-блог тоже, потому что мы давно уже мечтаем начать переводить уроки, субтитры писать английские. То есть все-таки тут нужно знание на более крутом уровне, чем стандартный английский. Поэтому пишите, оставляйте свои комментарии, находите нас. Наши контакты вы знаете. И пообщаемся. Может быть, чем черт не шутит, лоу-блог тоже когда-нибудь станет англоязычным ресурсом. Да? Да. Итак, ребята, вот вы посмотрели наш очередной выпуск. Обязательно ставьте лайк, пишите в комментах, как он вам, что именно полезного вы узнали. Также делитесь своими ссылками для наших следующих выпусков. Подписывайтесь, про колокольчик не забывайте, чтобы не пропустить ни один выпуск. И всем пока! Пока-пока! В общем-то, все, я сосватал пацанов, у них теперь есть дамы. Похоже, пацаны, съемки отменяются. Съемок не будет сегодня больше. Вон они сзади идут.